глубокой ночи освещает плед квадрат моего экрана. Я помню, мне было 15 лет, и не было Инстаграма. Не ставили лайков на мой живот, красивый и очень плоский. И был 90 какой-то год, и спирт на разлив в киоске. Паленого спирта текла река, кассетник ругался фоном, я видела только издалека мобильные телефоны у хмурых братков и роскошных дам в ботфортах на босу ногу. То были отчаянные года и культовые для многих. Кого-то убили, а кто-то скис от мака или от водки. Папаши чинили свои носки, мамаши свои колготки, подростки лечили свои угри и много воображали, а Танька учила меня курить у школы за гаражами. Мы столько не знали о соцсетях, фолловерах или троллях. Мы с Танькой хотели курить в затяг и шибались без контроля. Все было понятно, что жизнь — игра, а Пашка Карманов — гений. И нам показался бы Инстаграм какой-то дурацкой хренью. А Пашка Карманов читал с трудом и тырил в трамваях цацки. На трубах в подвале устроил дом и всех угощал по-царски. Он пел о принцессах до хрипоты, как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты и грелись на стекловате. И капало с этих горячих труб, и пахло довольно гнусно, и будь у меня хоть какой ютуб, вы б знали его искусство. Поскольку на Пашку ходили все, спускаясь во тьму и влажность, и Пашка бы точно тогда не сел за чей-то пустой бумажник. Сегодня в сети всевозможный шлак и много хороших песен. Я Пашку искала, но не нашла. Наверное, мир не тесен. Звенел алюминий Wi-Fi антенн, гудел мировой процессор, вбивала хэштеги, валил контент. Но только не те принцессы. А тех из подвала простыл и след, и это ничуть не странно. Принцессы рулили в 15 лет в эпоху без Инстаграма.